Наши студенты, сотрудники, преподаватели могут приносить помощь для нуждающихся людей, для переселенцев из Донбасса, для семей военнослужащих, но и все жители города Москвы могут прийти к нам, принести вещи, продукты. Штаб «Мы вместе» университета МИСИС возобновляет свою работу. Мы принимаем помощь нуждающимся. Собираем товары, личные гигиены, детское питание, питание и одежду. Это наш пассивный вклад для помощи нуждающимся.